Популяционная генетика. Зачем вообще она нужна? Ну вот, хочется начать просто с примера, что можно сделать с помощью такой науки. Ну, к примеру, было показано, как люди расселялись по нашей планете. То есть вот они пришли откуда-то из Африки, они было потом две больших ветви миграции, ну, изначально. То есть вот люди пошли в Европу, люди пошли сюда к Индии, потом перешли, по-моему, европейская линия перешла вот сюда в Америку, кто-то пошел в Австралию, ну, они перешли, пока там можно было перейти. И это все стало понятно на основе многих факторов, на основе археологических данных, но в том числе это стало понятно и из анализа ДНК разных людей, которых отсеквенировали по всей планете. И вот, к примеру, есть такие два интересных понятия, как митохондриальная Ева и Y-хромосомная... митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам. Это такие общие предки всех-всех-всех живущих людей на Земле. То есть вот где-то в Африке жила митохондриальная Ева, и где-то здесь же, но гораздо раньше, что интересно, жил Y-хромосомный Адам. И вот в ходе лекции на самом деле будет понятно, почему, к примеру, они жили на самом деле гораздо позже, чем человеческая популяция, ну, принято считать, когда она началась. В общем, да. Итак, индивидуум к популяции. То есть изначально все началось с секвенирования человеческого генома. Этот процесс был очень долгий и сложный. А теперь же у нас секвенируется все больше и больше индивидуумов. И ну, что мы можем с этим вообще сделать? Ну, сразу стало ясно, что геномы отличаются. И мы для человека имеем отличие в среднем одно отличие на 1000 пар оснований. И вот эти отличия, они оказывают огромное влияние на фенотип, на то, как, на наши различия друг между другом. Это они отвечают за предрасположенности к болезням, за реакцию на какие-то лекарства, которые мы им даем людям. И хочется понять, по каким законам вообще вот происходит развитие популяции и можем ли мы как-то эту модель использовать. Ну да, как я уже сказал, внутри популяции мы изучаем развитие организмов внутри одной популяции. Ну и как бы, да, вы, наверное, все уже знаете, что вот есть отличия, эти отличия наследуются. Чем вообще сравнительная геномика отличается от популяционной генетики? То есть, сравнивая ДНК различных видов, мы видим гораздо большее различие в их ДНК. И если же мы изучаем индивидуумы внутри популяции, то это различие гораздо меньше. И, соответственно, различие между видами ведет к специализации. Различие внутри популяции, оно ведет вот с каким-то фенотипической разницей, но не сильно большой. То есть, вот, как пример, у нас есть дерево видов, а внутри этого дерева видов на самом-то деле есть еще дерево развития популяции. И, ну, понятно, что если у нас есть ДНК только вот трех различных видов, то мы видим только вот такую большую картинку. Если же мы секвенируем много индивидов внутри одной популяции, мы увидим гораздо больше. Мы увидим, вот, как они, в принципе, развивались. Ну вот, надеюсь, я вас убедил, что изучать это нужно и важно. И теперь, ну, просто я приведу пример развития популяции, такой простой пример, чтобы, ну, понять, что происходит. То есть в данном случае вот этими линиями отмечены хромосомы. Для начала представим, что у каждого индивидуума одна хромосома. И, соответственно, каждое поколение, ну, у нас есть дискретные поколения, а каждое новое поколение мы как бы симулируем в обратную сторону. То есть в каждом новом поколении новые индивидуумы, они выбирают себе родителя. Соответственно,
ну, один индивидуум может оставить несколько потомков, может совсем не оставить. И вот так в течение времени у нас происходит смена поколений. Соответственно, мы наблюдаем только конец, только вот эти вот хромосомы. Хромосомы мутируют, то есть появляются мутации, которые наследуются. Вот у нас здесь возникла мутация, она передалась потомку, 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 потомку. А есть еще другие мутации. И, как видите, вот если у одного потомка есть несколько родителей, то мутация начинает распространяться. То есть была одна, а в конце примерно у половины, даже точно у половины наблюдаемых особей у нас эта мутация есть. Вот. Какая-то мутация может быть представлена вообще во всех организмах. Ну, тут нет такого примера. Вот. Во-первых, что мы из этого можем понять? Мы наблюдаем какую-то картину в конце. И на самом деле мы не видим некоторую часть вот этих вот смены поколений. Просто потому что, ну, это тупиковые ветви. В какой-то момент кто-то не оставил потомка, и мы не видим сигнал вот этих индивидуумов, которые жили ранее. Соответственно, мы их не будем рассматривать. Мы их убираем. Также, вот вы видите, есть у нас мутация, которая в конце концов представлена во всех индивидуумах. Такие мутации мы тоже не можем определить, просто потому что, ну, везде, она везде одинакова, и мы не можем сказать, мутация это или нет. Поэтому, ну, мы говорим, что это не мутация, мы ее не видим. Соответственно, у нас получается такая картинка. И на самом деле она вот представлена в виде такого филогенетического дерева с некоторой неизвестной нам еще структурой. Ну вот если бы мы знали, она бы выглядела так, и на ней вот раскиданы мутации. То есть мутация происходит какой-то на какой-то ветке и распространяется по потомкам. Окей. Теперь то, что мы видим в конце. Мы видим набор вот этих самых индивидуумов. У них есть какие-то мутации. Их удобно представлять в бинарном виде, то есть мутировавшее состояние и не мутировавшее. То есть, вот, скажем, мы получили какое-то выравнивание и представляем ее в, вот, в виде бинарной матрицы. То есть по строкам этой матрицы у нас будут индивидуумы, по столбцам будут мутации. И в принципе во всех моделях, ну, нашей в том числе, мы будем делать вот такой infinite size assumption. То есть в нашем предположении каждая позиция в геноме мутирует не более одного раза. Ну, это достаточно, это не слишком сильное предположение, потому что мутации в принципе все-таки редки, и шанс, что одна и та же мутация произойдет в совершенно разных организмах, она достаточно мала. Но, тем не менее, это происходит, но в нашей модели мы такого не рассматриваем. То есть это в духе молнии два раза в одно место не ударяет. Да. Но бывает, естественно, ударяет. То есть известны хорошие примеры, когда какие-то фенотипические признаки у организмов появлялись, ну, совершенно у разных организмов появлялись одни и те же фенотипические признаки в ходе эволюции, и у них нет, на самом деле, общего предка. То есть как бы молния ударяет, но очень редко. Значит, теперь мы немножко усложним ситуацию. То есть, помните, у нас были вот эти хромосомки, которые дошли до конца. На самом деле все немножко сложнее, потому что существует рекомбинация. Так, надо объяснять, что такое рекомбинация? Нет. Да? Хорошо, быстренько объясню. То есть при рекомбинации у нас на самом деле, ну, мы... у человека две пары, ну, двойной генотип, у человека есть, у каждой хромосомы есть две гомологичные пары. И иногда эти хромосомы, ну, одна достается от мамы, одна от папы. И иногда происходит рекомбинация, то есть эти хромосомки, они, ну, при расхождении, они обмениваются плечами. То есть вот таким образом. Получается, у нас была вот хромосомка папина, и на ней есть часть маминой хромосомки. К чему это приводит? Это приводит к тому, что
Но вот наши генотипы, они скрещиваются. То есть у нас был такой вариант генотипа и такой вариант. И в ходе рекомбинации получается гибридный вариант, который, собственно, вносит разнообразие. Эта рекомбинация – это некоторый механизм привнесения разнообразия в популяцию. Соответственно, если у нас вот до рекомбинации были такие вот генотипы, то после рекомбинации мы как бы можем для одного индивидуума выбрать нескольких родителей, то есть двух. Вот это так можно смоделировать. И у нас получаются такие вот гибридные генотипы. Соответственно, к чему это приводит? Это приводит к тому, что, если вернуться чуть ранее, вот, то есть, к примеру, смотрите, вот у нас есть две мутации, которые произошли на одной ветви. И, соответственно, во всех вот в этих потомках они будут скоррелированы. То есть, если есть одна, есть другая. Если нет одной, нет другой. Рекомбинация разрушает эти связи. Потому что у нас есть две мутации недалеко на хромосомке, происходит рекомбинация между ними, и они как бы перестают быть связанными. Соответственно, чем ближе две позиции, тем более сильно связаны эти мутации. То есть тем более чаще мы их будем наблюдать вместе, если будем рассматривать уже современных индивидуумов. И наоборот, чем дальше, тем они менее скоррелированы. То есть вот корреляция быстро убывает на расстоянии больше, чем 20-50 килобаз. Вот, можно построить вот такие вот блоки гаплотипов. То есть мы сравниваем, как коррелирует каждая позиция с каждой. И как бы чем она сильнее коррелирует, тем более красный у нас квадратик. И вот у нас получаются такие вот блоки. И как видите, вот с расстоянием, у нас корреляция убывает. Окей. То есть вот резюме такой вводной части. У нас есть два основных источника вариабельности. Это точечные мутации. Мы сейчас рассматриваем только вот SNP, точечные мутации. И рекомбинация. Соответственно, более близкие сайты на хромосоме, они скоррелированы. Более далекие, они, скорее всего, не скоррелированы. Вопросы по вводной части? Очень вряд ли. Да, корреляция бывает с расстоянием. То есть, если достаточно далекие сайты, они, я думаю, что совсем не... Но это зависит от организма, зависит скорости, от того, как часто происходят рекомбинации и так далее. Могу сказать, что эти числа... эти расстояния, они разные для разных популяций даже человека, то есть они могут сильно варьироваться. И значит, есть такая теория, про которую я сейчас буду рассказывать, теория коалесценции. То есть она рассказывает о том, по каким законам у нас происходит развитие популяции в целом. Какие у нас есть исходные данные, то есть какие мы делаем предположения? Мы хорошо бы, конечно, знать размер популяции. Соответственно, мы также задаем время, в течение которого эта популяция эволюционирует. Мы задаем, у нас есть параметры частоты мутации, как часто происходят мутации на ветках этого дерева. И также, что важно, у нас есть некоторый размер выборки. То есть мы не можем секвенировать всех людей на Земле. Мы видим только некоторую малую их часть. Но, тем не менее, это позволяет нам делать достаточно сильные выводы, о которых я сейчас расскажу. Тем не менее, вот у нас есть параметр размера выборки, который мы имеем. И, значит, вот модель Райта-Фишера, модель развития популяции. Что мы предполагаем? Мы предполагаем, что у популяции фиксированный размер. Мы предполагаем, что случайное скрещивание, то есть нет никакого отбора. Я чуть позднее про это скажу. И в данном случае у нас нет рекомбинации, то есть все должно быть проще.
И мы делаем вот некоторые предположения. То есть, да, как я уже сказал, это дискретные, не перекрывающиеся поколения, постоянный размер популяции. И принято как бы для удобства говорить, что у нас есть популяция размера n. А, ну да, у нас есть популяция размера n, и у каждого по две хромосомы. То есть его гаплотипов 2n. Соответственно, мы предполагаем, что все индивидуумы одинаково приспособлены, то есть нету никакого отбора, нет рекомбинации, и то самый infinite size assumption, то есть запрещены повторные мутации одного и того же сайта. Вот сделаем некоторые наблюдения. Вот у нас есть наша популяция, вот у нас есть наша выборка. Ну, во-первых, мы не видим большую часть этой популяции, просто потому что вот у нас есть только такой сэмпл. И на самом деле вот этот, ну, потом будет чуть понятнее, но вот сможешь сказать, что топология не зависит от коалесценции. То есть процесс коалесценции — это процесс, когда индивидуумы сливаются. То есть когда вот два индивидуума в конце концов встречают общего предка вот здесь, вот они слились. И поэтому можно рассматривать, можно разделить нашу популяцию на так называемые эпохи. То есть в каждой эпохе у нас будет жить разное количество индивидуумов, которых мы наблюдаем, или их предков. То есть вот последняя эпоха у нас с тремя индивидуумами, предпоследняя эпоха с двумя и самая первая эпоха с одним. Это просто для удобства. Соответственно, давайте посчитаем, какова вероятность двум индивидуумам слиться в общего предка. Ну, очень просто. То есть один индивидуум у нас выбирает, ну, как вы помните, как бы при симуляции такой, у нас потомки выбирают себе родителя случайным образом. Соответственно, первый индивидуум выбирает себе родителя, второй индивидуум с вероятностью 1n, n это размер популяции, выберет того же самого родителя. То есть вероятность того, что два индивидуума сольются в предыдущем поколении, 1n. Соответственно, вероятность то, что они не сольются после Т-поколений, это... А, вероятность то, что они сольются 1n, вероятность то, что они не сольются единица минус 1n, вероятность, что они не сольются после Т-поколений, это единица минус 1n в степени Т. Что можно аппроксимировать экспонентой? Понятно, да? Окей. Теперь у нас есть k-индивидуумов. Ну, сделаем то же самое. Посчитаем вероятность того, что они не сольются после одного поколения. Ну, как это сделать? То есть точно так же. Первый индивидуум выбрал все родителя, второй индивидуум должен выбрать кого-то другого. Он сделает это с вероятностью, что они не сольются. Ну да, то есть, да, это будет единица на n умножить на 2 на n умножить на 3 на n и так далее. Нет, единица на n минус 1 на n, на n минус 2. Ну да, или с другой стороны, n минус 1 на n минус 2 на n и так далее. Соответственно, что мы можем аппроксимировать вот такой штукой? Соответственно, возведя это в степень t, мы получим вероятность того, что k индивидуумов не сольются после t поколений. Что мы опять можем аппроксимировать вот такой экспонентой? Что это нам дает? Угу. Как получилось? Ну, получилось оно так. То есть вот у нас есть такая картинка, и затем мы... Ну, мы оставляем на ней только интересные места. Мы оставляем события, когда два индивидуума сливаются в одного. Да, мы, кстати, предполагаем, что в каждом поколении, ну,
у нас в одном поколении не могут два индивидуума слиться, ну, у нас не могут два таких события слияния произойти в одном поколении. То есть, вот здесь у нас ничего интересного не происходит, поэтому мы просто рисуем ветку дерева. Вот здесь у нас происходит слияние, а вот, вот два индивидуума сливаются, поэтому мы вот их же и рисуем. Вот они слились. Соответственно, у нас остается два индивидуума, они идут, и в конце концов тоже сливаются. Вот эта вершина соответствует этому событию. Ну, это достаточно редкое событие тоже. Вот, понятно, как генерируется? Нет, а вот правая самая точка, она почему так связана? Правая? Да. Ну вот правая точка, она соответствует вот... Она соответствует вот этому вот индивидууму. Он идет. И... Да, в конце концов сливается... А, нет, она соответствует вот ему. Вот он идет, и здесь сливается. Она как бы, вот это дерево, это распутанная версия вот этого, можно сказать. Все, что меньше, чем о 1 на m квадрат, мы считаем мелкими событиями и черт не меньше. Ну, можно и так сказать, да. Ну вот мы аппроксимируем. Ну, потому что n достаточно большое число по сравнению с, скажем, с выборкой, которую мы рассматриваем. Вот, ну, значит, опять, вероятность того, что k индивидуумов не сольются после t поколений, она вот такая. Соответственно, как вы помните, мы делим вот нашу эволюцию на эпохи. В каждой эпохе у нас есть k индивидуумов. Когда какие-то два индивидуума сливаются в одного, у нас начинается следующая эпоха. Соответственно, мы можем оценить... ожидаемое время продолжительности эпохи. То есть поскольку вероятность то, что k индивидуумов не сольются, вот такая, соответственно, ну вот длина, ожидаемая длина вот этого слияния, она, вот, она аппроксимируется экспоненциальным распределением, и, собственно, его ожидание – это вот это. Соответственно, мы можем оценить ожидаемую продолжительность одной эпохи. То есть ожидаемую продолжительность вот эта эпоха и вот эта эпоха. Теперь мы можем оценить, сколько вообще времени займет слияние всех наших индивидуумов в какого-то общего предка. Ну, соответственно, нам нужно посчитать суммарное время, сумму по всем эпохам. Ну, очень просто. То есть у нас мы хотим посчитать ожидание суммы, это сумма ожиданий. Соответственно, мы поставляем сюда вот эту штуку. И у нас получается вот такое выражение. Что интересно... ожидаемое время первой эпохи, если мы поставим сюда k равное 1, k равное 2, оно будет n. То есть время, на самом деле, время всего процесса, оно всего лишь в два раза больше, чем время слияния двух последних индивидуумов. То есть вот какое-то наблюдение. Так, и зачем нам все это нужно? То есть мы можем... как-то вот оценить... Окей. Двух последних, это в данном случае, скажем, вот этого и вот этого. То есть вот у нас три индивидуума, два сливаются. Вот в этой эпохе у нас два индивидуума, и в конце концов они сливаются в одного. Вот эти два... То есть его время умножить на 2. Что-что? Да. Общее время вот это, а вот это вот, оно должно быть на самом деле половина от общего времени, ну тут... А, то есть это работает примерно на каждом этапе, этапе, так понимаю? Ну то есть на каждом этапе в два раза больше следующий шаг? Нет, не в два раза больше, это только для первого. А, ну вот, вот выражение для катова. Соответственно, да, для первого это половина всего, для второго это уже будет меньше, да? Так что вот у нас как бы есть граф, который сначала...
сначала у него вообще нет ребер, а потом у него возникают случайные ребра, и когда возникнут компоненты связанности. Так, и что? То есть, когда он связан станет. Ну, значит, все как бы... Ну, то же самое. Ну, возможно. Вопрос? В смысле, это пока что теория? Ну, она такая теория, знаете, ну, в смысле, да, это простая модель. А в чем вопрос? Насколько, ну, вот, если наука, если вы меняете, и Нет, ну вот сейчас увидите, то есть у этой модели есть некоторые предположения, и на самом деле они не всегда выполняются, и нам интересны как случаи, когда они выполняются, так случаи, когда они не выполняются. То есть вот это некоторый математический аппарат, это модель, и с помощью этой модели мы потом сможем делать некоторые выводы, которые потом, возможно, могут подтвердиться какими-то биологическими экспериментами. То есть для чего мы это можем применить? К примеру, мы можем оценить число мутаций, которые мы наблюдаем вот в нашем конечном сэмпле. То есть у нас есть популяция размера 2n, и число мутаций мы можем оценить как скорость мутации mu на суммарную длину всех ветвей нашего дерева. То есть на каждой из ветвей может произойти мутация. Соответственно, от длины ветви зависит вероятность того, что мутация там произойдет. И, ну, вот это как бы интуиция почему-то. Соответственно, мы можем посчитать суммарную длину всех ветвей. То есть, как вы помните, мы делим это все на эпохи. В каждой эпохе у нас ровно k ветвей, потому что есть k индивидуумов. Соответственно, вот мы считаем примерно ту же сумму, но добавляем еще сюда k. И в итоге мы это дело упрощаем и получаем вот такую аппроксимацию. Это я сейчас показал, как ее посчитать. И чуть позже по ходу презентации мы это применим. Но вот как вы видите, с помощью вот такой модели мы можем делать какие-то оценки, уже которые мы можем реально посмотреть. И, соответственно, сравнить, работает наша модель или нет. Для чего мы еще можем это применить? Мы можем это применить для симуляции. То есть, если мы будем в лоб симулировать развитие популяции, это займет какое-то экспоненциальное время, потому что мы будем симулировать поколение за поколением, потом будем, если в лоб это делать. Но, как вы помните, у нас очень, большая часть этого вот большого дерева, она не видна. Потому что у нас ограниченный размер сэмпла, потому что кто-то не оставляет потомков и так далее. Соответственно, мы можем делать симуляцию гораздо быстрее. Мы будем делать это в обратную сторону. То есть у нас есть конечный сэмпл, и мы будем симулировать по эпохам. То есть в каждую эпоху, каждую итерацию алгоритма мы выбираем пару индивидуумов, которые сливаются. Вот, к примеру, в первом случае мы выбираем вот эту пару, или эту, они на самом деле одинаковой длины, предположим, что вот эта чуть покороче. Выбрали, слили. И после этого нам надо знать, какая длина ветвей будет у вот этих двух индивидуумов. Мы ее выбираем, исходя из нашего распределения. Соответственно, мы генерируем топологию такую, и мы генерируем длину ветвей согласно полученным каким-то законам развития. И на каждую ветвь мы потом бросаем мутации случайным образом, согласно в зависимости от длины ветви и скорости мутаций. И таким образом мы можем сгенерировать нашу бинарную матрицу мутаций. Соответственно, то, что написано на ветвях, это написано порядковые номера сайтов, где происходит мутация. То есть вот здесь мутация произошла на первом, третьем, в первом, третьем, пятом. Вот на сайтах 1, 3 и 5 у нас стоят единички. Значит, это мутированный сайт.
Ну так вот, как вы помните, наша модель, она предполагала то, что нету отбора, отсутствие отбора. Соответственно, эту модель также можно использовать как тест на наличие или его отсутствие. Вот, значит, такая задача. У нас есть локус дрозофилы. Ну, у нас есть здесь киномы дрозофилов. Дрозофил. Вот длины в, ну, 1,5 килобазы, 1,4 килобазы. И 5 из геномов не содержат мутаций. Другие 5 геномов содержат 55 мутаций в этом локусе. Вопрос. Случайно ли это событие, или же это было поддержано естественным отбором? Наша модель, которую мы построили, она может ответить на этот вопрос. Ну, мы проведем вот симуляцию, о которой я только что рассказал. Ну, соответственно, ну как мы ее проведем? Мы построим вот это вот дерево и разбросаем 55 мутаций на его ветвях. И посмотрим, в каком проценте случаев наблюдается та конфигурация, которую мы видим в реальных данных. И оказывается, что такая конфигурация, ну, если мы проведем достаточно много симуляций, такая конфигурация, она наблюдалась лишь в 1% случаев. Это дает нам возможность сделать вывод о том, что такая, ну вот, та конфигурация, которую мы наблюдаем, те мутации, они, скорее всего, были поддержаны естественным отбором. И это не случайный дрейф. Так, значит, резюме по этой теории. То есть это некоторая математическая модель, которая делает некоторые предположения, и она дает нам возможность проверять некоторые наши гипотезы. Соответственно, нам интересно, как случаи, когда ну, популяция следует нашим предположениям, так и случаи отклонения ну, наблюдаемых эффектов от теоретических. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что какие-то предположения нарушаются. Как пример, наличие естественного отбора. Да. Нам, кроме естественного отбора, еще много всего, чтобы... Да, много всего. К примеру, зачастую отбор бывает сложно отличить от экспоненциального роста популяции. Вот, я как раз-таки в следующей части лекции буду об этом говорить. Есть ли вопросы по самой теории? Окей. Так, ну, понятно, если что, можно как бы вернуться. Ладно. Вот теперь мы будем говорить, собственно, об отборе. Соответственно, ну, давно-давно Дарвин предположил, что организмы конкурируют за ресурсы. Соответственно, организмы с некоторыми положительными мутациями, они получают преимущество в борьбе. И у них больше шанс оставить потомков. Соответственно, это приводит к тому, что мутация, она расползается в популяции, и в конце концов происходит фиксация этой мутации. То есть она в итоге появляется у всех современных индивидуумов. Соответственно, накопление таких мутаций ведет к специализации вида. Но уже... ну, относительно не так давно, Кимура заметил, что большинство мутаций, которые мы видим, они на самом-то деле нейтральны для отбора. То есть, ну, к примеру, это синонимичные мутации в генах. Они как бы дрейфуют внутри популяции, и со временем они могут как зафиксироваться, так и исчезнуть. Просто потому, что ну, кто-то оставляет много потомков, кто-то совсем не оставляет потомков. Есть, на самом деле, вот в книжке Маркова, я уже не помню, откуда этот пример там взят, но
Хороший пример с супом. Есть у нас такая деревня. В деревне готовят суп. Значит, рецепт супа передается от матери к дочери. И, ну, иногда, как бы, ну, вот, тот, кто готовит суп, он вносит некоторые изменения. То есть добавляет свои ноу-хау, там кладет чуть больше перца, каких-нибудь травок. То есть рецепт меняется. И, ну, у нас вот эта деревня, она, ну, можно сказать, эволюционирует. И иногда, ну, вот какая-то семья имеет, скажем, двух дочерей. И рецепт супа, он как бы имеет своих двух потомков, которые потом могут его продолжать. У каких-то семей просто нету детей или нету дочки, и как бы их рецепт супа обрывается. И в конце концов, если у нас изначально были разные рецепты у каждой из семей, в конце концов мы придем к тому, что у всех семей будет, у всех рецептов в каждой семье будет один и тот же предок. И тут даже тут не было никакого отбора, это просто случайный процесс, вот генетический дрейф. Ну вот просто примеры естественного отбора, который идет и на сегодняшний день. Вот эта картинка показывает непереносимость лактозы. Соответственно, в северных странах практически ни у кого не наблюдается непереносимость лактозы, а в теплых странах, наоборот, ну, практически у всего населения. Ну, с чем это связано? Это связано с тем, что как бы на северах... Вот здесь, похоже, просто это действительно странно, что это 100%, возможно, просто у них нету данных по этому региону. В Австралии... Ну, вот насчет Австралии я не уверен, как это объяснить. Да, может быть. Ну, понятно, с чем связан. То есть на как бы в суровом климате тебе важно пить молочко, иначе сложно. А как бы в Африке там растут бананы, и зачем что-то еще? Или вот, к примеру, в странах, где существует малярия, и где, ну, с ней какими-то методами борются, возникают мутации, собственно, в переносчиках вируса, которые появляются резистентные к инсектицидам виды. Соответственно, ну вот в каких-то, где-то они уже появились, где-то еще не появились. Но, тем не менее, вот идет отбор. Ну, точно так же сегодня была лекция про бактерии, и говорили о том, что появляются бактерии с резистентные к антибиотикам и так далее. Или вот пример уже, еще один пример человеческой популяции. Вот есть такое место... Серра де Паско, боюсь прочитать неправильно. Один или даже самое высокогорное поселение, ну, то есть городок с достаточно большим населением, на 14 тысячах футов над уровнем моря. Ну, это где-то 4,5 тысячи километров. 3? 4, ну, 4 с небольшим. И, соответственно, у этого населения есть мутация, которая помогает им не... у них нет горной болезни. Но если как бы... Они нормально живут, но те, кто приходит к ним в гости, они страдают. Соответственно, вот такой пример локального отбора.
Что происходит при естественном отборе? При естественном отборе у нас вот есть популяция, которая развивается нормально, а есть популяция, которая в какой-то момент подверглась отбору. И при этом, ну как бы, она попадает в тяжелые условия, и, соответственно, выживают те, ну либо в самом простом случае полезная мутация, она появляется в какой-то момент после наступления отбора, и эта мутация, она быстро распространяется, просто потому что, как бы, ну, у носителей мутации больше вероятность ставить потомков. И у нас получается такой экспоненциальный рост. То есть в нормальном случае у нас вот такая картинка. В случае естественного отбора у нас происходит резкий рост. Соответственно, мы можем как-то из этого наблюдения сделать тест на наличие естественного отбора. Ну, давайте оценим, попробуем оценить частоту мутаций. То есть, ну вот тот самый мю, который отвечает за скорость распространения мутаций. Предположим, что вот развитие нашей популяции, оно происходит вот согласно той теории коалесценции, о которой я рассказывал. Соответственно, нам проще оценивать не просто мю, а вот такую взвешенную частоту мутаций 4n мю. Где n – это, напомню, размер популяции в целиком. Так, ну вот одна из оценок. Собственно, пускай общее число мутаций, вот это SN – это общее число мутаций за всю историю. Другими словами, это количество столбцов нашей бинарной матрицы мутаций. Соответственно, мы можем его оценить таким образом. То есть это, ну вот мы уже делали это ранее, это мю на суммарную длину всех ветвей. Соответственно, мы вот так посчитаем, мы это делали чуть раньше, и получаем вот такую оценку. То есть, ну, мы, в смысле, мы делаем некоторые преобразования, получаем оценку для тета. Тета – это 4n мю. Получили, что теперь с ней делать? Давайте оценим количество мутаций по-другому. Оценим, ну, вернее, не количество мутаций, а скорость мутации по-другому. Оцениваем среднюю гетерозиготность между двумя индивидуумами. Что такое гетерозиготность? Это мы взяли двух индивидуумов, посмотрели, а в каких местах они отличаются, сколько между ними есть мутаций. Соответственно, ну, это, можно сказать, расстояние Хэмминга, если мы возьмем две строчки в матрице. И мы можем посчитать среднюю гетерозиготность по выборке. Она будет равна вот такому числу, где π и t ж, это просто, ну, вот расстояние Хэмминга между двумя индивидуумами. И что получается? Что такое вообще? Да, как мы помним, что ожидание времени слияния для двух индивидуумов – это 2n. Ну, в прошлый раз у нас это было n, теперь у нас популяция размера 2n. Поэтому ожидание времени слияния двух индивидуумов – это 2n теперь. Соответственно, ожидаемое число мутаций – это 4n мю. То есть 2n – это длина ветви. Соответственно, у нас есть две ветви, и на каждой из ветвей, на каждой ветви с частотой мю появляется мутация. 4n мю. Значит, соответственно, наша такая средняя гетерозиготность тоже является оценкой тета. А тета – это вот 4n мю. Соответственно, при нейтральном процессе, когда нет отбора, оценка Таджимы и оценка Уотерсона, они должны совпадать. Вот она, вот оценка Уотерсона, вот оценка Таджимы. И, соответственно, вот есть такая Таджимость D. Это просто разность этих двух оценок. И, соответственно, при нейтральном развитии Таджимость D – это 0. При наличии положительного отбора ветвь с… Что происходит? Происходит, ну, у нас есть какая-то положительная мутация, которая распространяется. И, как вы помните, есть мутации, которые скоррелированы с этой мутацией, те, которые находятся рядом. И, соответственно, эти мутации, они распространяются вместе с полезной. И гетерозиготность, она падает.
вот гетерозиготность в данном локусе падает. Соответственно, одна из оценок, она, ну, оценка от отжима, она тоже будет уменьшаться. Оценка Уотерсона будет оставаться той же самой. И, соответственно, вот этот отжим SD, она будет не нулевой, что будет нам говорить о наличии отбора вот в данном локусе. Что, собственно, очень удобно. То есть, что мы сейчас сделали? Мы взяли бинарную матрицу мутаций, и мы посчитали некоторую характеристику двумя способами. Предположение о том, что эволюция идет нейтрально, эти два способа должны привести к одинаковому результату, но если они не приводят к одинаковому результату, значит, у нас что-то не то с нашими предположениями, и, скорее всего, это естественный отбор. Как я уже говорил, ну, другие нарушения, к примеру, экспоненциальный рост популяции, оно тоже может как-то повлиять на наш тест. И вот данный конкретный тест, он, ну, вот, может, так сказать, сработать и на, вот, на других отклонениях от нормы. На самом деле тестов много, то есть я привел только вот один пример, вот этот вот с гетерозиготностью. И есть разные случаи. Есть отбор, который произошел давно, есть отбор, который произошел недавно. И для каждого случая люди придумали разные тесты. То есть это как иллюстрация того, что на самом деле все не так просто. Теперь, ну вот, есть ли вопросы по тесту на отбор? Интересно, что-нибудь типа реально нашли таким образом, прямо вот там из грубметров, там, ближайшие, ну, какое-то там разумное время человечества, там, какую-то там близкую мутацию, причем нашли, короче, там, грубо говоря, где она, из чего она отвечала, и почему при этом, как на это повлиял тесный отбор? Ну, обычно это так происходит. Обычно, ну, такие вычислительные методы, они, ну, делают некоторые предсказания, которые потом проверяются. То есть, что можно сделать? Можно, ну, взять вот наш сэмпл и вот этим окошком из, ну, вот, взять окошко, в которое будет умещаться скоррелированная мутация, пройтись по геному и найти сайты вот с такими аномальными отклонениями. Соответственно, это будут подозрительные регионы, которые можно дальше потом уже более специфическими методами проверять. Ну и, как бы, естественно, вот это работает на генах, которые, ну, известно, что были поддержаны отборами, к примеру, вот лактозной нетолерантности. Можно про график? Что такое? Так, ну, наверное, тысяч лет. Years ago? Скорее всего, да. 15 тысяч лет назад, 250 тысяч лет назад, 6 миллионов лет назад. Вот. Ну, это график, соответственно, развития человеческой популяции. То есть вот есть африканская ветвь, есть азиатская, есть европейская. Гаплоид блокс. Окей. На что еще интересно посмотреть? Интересно посмотреть на динамику отбора. То есть вообще, что происходит с популяцией, когда начинает действовать отбор. Ну, я как бы немножко об этом говорил, но сейчас можно посмотреть на это прямо вот глазами. Для этого нам нужно посчитать так называемый спектр частот аллелей. Что это такое? У нас есть бинарная матрица мутаций, как всегда, и мы считаем эпсилон ита, это у нас будет означать количество сайтов с ровно и мутациями. То есть единица, напомню, это у нас мутированное состояние, ноль – это не мутированное. Соответственно, ну да, эпсилон ита – это число позиций, мутировавших ровно в индивидуумах. И теперь было показано, Фу показал, что если мы, ну, ожидание вот
этой самой эпсилон ита, это ровно тета, то есть скалированная частота мутации, деленная на и. И это, ну, число мутаций. И получается, что вот это эпсилон ита, это тоже является оценкой теты. То есть это такая, на самом деле, очень важный результат, который генерализует многие-многие оценки скорости мутации, которые были получены до этого. То есть вот это ита также является оценкой тета. И получается интересно построить график. То есть поскольку это является оценкой теты, он должен быть примерно, ну, как бы примерно прямой линии, что мы видим в случае нейтрального отбора. То есть еще раз, что показывает этот спектр? Это спектр частот мутаций, который мы еще нормализуем на саму частоту мутации. То есть если бы мы не нормализовали, он бы экспоненциально убывал, но мы его домножаем на, ну, каждую позицию мы домножаем на, собственно, ну, там, если у нас есть где-то x, мы значение x домножаем на x. И у нас получается, ну, ожидается прямая линия. Соответственно, что мы, вот что мы видим в случае нейтральной эволюции. Если у нас есть отбор, ну вот, в нейтральной эволюции у нас вот этот спектр, он такой остается. А в случае же положительного отбора происходит вот что. То есть, помните, я говорил, что положительная мутация, она тянет за собой другие мутации, которые находятся рядом. Соответственно, число мутаций, которые находятся в большом числе индивидуумов, начинает еще больше увеличиваться. И это соответствует вот, вот этому вот росту. То есть в каком-то регионе у нас растет количество популярных мутаций. Соответственно, убывает количество мутаций средних. И чем дальше, тем больше. То есть чем дальше идет отбор, тем больше мутаций у нас распространяется по популяции. И некоторые из них даже уже начинают становиться невидимыми, просто потому что они зафиксировались. Собственно, вот, после фиксации у нас вот этот вот красный спектр, он совсем падает. Просто потому что у нас вот произошло такое бутылочное горлышко, и у нас очень мало разнообразия. Остались какие-то совсем, ну, такие редкие мутации. И со временем это все дело нормализуется. Вот. Соответственно, что это нам дает? Это дает нам возможность, к примеру, оценить, на какой стадии находится сейчас отбор. Произошел ли он давно, произошел ли он недавно. Ну, и также это дает нам большую силу в, собственно, в определении, а был ли отбор вообще. То есть такой тест, он более специфичен именно к отбору. Да. Время в поколениях. Да. Да, за 2000 поколений вот у нас все еще виден сигнал. Ну, 2000 поколений это на самом деле не так много. Ну, для популяционной генетики достаточно много. Мало. Мало. Что происходит с слепри? Ну, вообще тета, это откуда это число получается? Тета? Да. Ну, тета... А, ну это вот, эпсилон ита – это количество сайтов в матрице, количество столбцов матрицы с ровно и единичками. Иными словами, это те мутации, которые представлены ровно в и индивидуумах. То есть, если мы все эпсилон ита просуммируем, мы просто получим количество мутаций, количество строк, столбцов. Вот. И мы этот эпсилон нормализуем. Мы еще умножаем его на и. И в итоге мы получаем как бы равномерное
распределение. Вот. Ну, собственно, вот такую картинку мы получаем. Ну и, как я уже говорил, для чего мы можем это использовать? К примеру, для нахождения каких-то подозрительных участков, которые мы можем потом проверить. Собственно, у меня все. Вот тем, кто заинтересовался, может более подробно прочитать обзор теории коалесценции вот у Нордберга и обзор, естественно, отбора вот тут. Спасибо за внимание, и если у вас какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте. Вопрос-то как бы очевидный, ну там сразу эта модель, да, я так. Ну, в общем, вопрос-то такой. С самого начала сказали, что, короче, модель забивает на отбор, модель забивает на Крисенговера. Да. А, ну, смотри. Есть модели, которые учитывают Крисенговера хотя бы. Ну, ладно, там, как бы... На самом деле... Эта модель, она применима к кому-то локусу. То есть я могу порисовать. У нас есть хромосомка. У нас есть хромосомка. И на этой хромосомке у нас есть такие блоки гаплотипов. То есть это блоки, между которыми ну, происходило, либо не происходило рекомбинация, ну, внутри которых либо вообще не происходило рекомбинация, либо они как бы, ну, там, редки. То есть в этих блоках мутации, они скоррелированы. И, соответственно, такой блок можно рассматривать как целую, ну, как целую хромосомку, внутри которой не происходило рекомбинации. И, соответственно, каждому такому блоку мы уже можем применить эту теорию. И вот почему, как бы, вот я же рассказывал, что когда мы делаем этот тест, мы рассматриваем не всю хромосому, мы на самом деле рассматриваем ее по кусочкам. Именно потому, что мутации должны быть скоррелированы. Ну, в смысле, мы должны попасть в гаплоблок. Соответственно, поиск таких гаплоблоков – это тоже отдельная тема. Ну, там, в самом простом случае мы можем посчитать корреляцию между парами сайтов и вот найти такие блоки, потом применить к ним уже теорию. Что это нам еще дает, к примеру, это дает, ну, не так давно вышла статья, которая, имея только две пары гомологичных хромосом какого-то индивидуума, могла оценить размер популяции во времени. То есть они реально вот из одной хромосомки получили оценку размера человеческой популяции вот до достаточно древних времен. И эта модель у них согласовалась ну, с общими, общепринятыми представлениями. То есть у нас там есть bottleneck в тот момент, когда люди пошли в Европу, ну и так далее. И почему они это смогли сделать? Потому что на самом деле хромосомка, она делится на участки, вот эти гаплоблоки, и история эволюции у этих участков, она независима друг от друга. То есть вот эти два участка у них, они как бы в одно время сливаются у общего предка, вот эти два участка совершенно в другое и так далее. То есть эта модель применима, но не к хромосоме целиком. Еще вопросы? Да. Ну, я не знаю, если честно, насчет предсказания численности. То есть конкретно я, конкретно вот в нашей группе занимается именно отбором. То есть вот... Угу. Из нашего поколения? Ну, за все человечество в целом, я думаю, сказать очень сложно, потому что
Опять же, потому что нарушается предположение модели. У нас есть какая-то географическая структура, у нас есть социальная структура. Поэтому, ну, сложно так вот взять и предсказать. Но я думаю, что это можно сделать там про какую-нибудь популяцию, которая вот там где-нибудь обособлена и вот себе эволюционирует. Конечно, то есть на самом деле там множество факторов, которые стараются учитывать, но как бы получается не все. Но тем не менее уже такие существующие модели, они делают предсказания, на основе которых получаются какие-то реальные биологические результаты. То есть находятся гены, которые были поддержаны отбором. Естественно, эти гены интересно посмотреть, потому что они, ну вот, интересно понять, почему как бы вот. За счет чего получается преимущество? И можно ли это использовать, ну, для людей? Да. А еще раз, а вот про этот механизм, то, что рано или поздно, вот вы говорили, популяции все станут, у всех будет один и тот же общий ген. Угу. Да? То есть это, как это коррелирует с размером изначальной популяции? И что, второй вопрос насчет, вот вы говорили, что нашли общего Адама, общего Евы. Uh-huh. Да, и то есть, соответственно, просто они как бы общие сейчас, а у них тоже, может быть, был какой-то общий предок, но получается, мы его просто не можем проследить почему-то или как-то. Конечно. То есть, опять же, можно немножко порисовать. Почему это работает? Что общий предок был оказан на сейчас в этом деле? Ну, потому что, то есть, вот у нас есть популяция, и она туда продолжается. И просто пропадает сигнал. У нас слились вот эти два, у нас слились вот эти два, у нас слились вот эти два. И все. То есть дальше мы не можем... Вот это общий предок всех ныне живущих организмов. Вот, всех ныне живущих индивидуумов, которые мы наблюдаем. И за ним... Сигнал пропадает, потому что мы уже не можем, ну, мы не видим никаких различий. То есть вот между этими двумя различия есть. Вот этот, он остался один, и поэтому мы не видим, какие в нем есть мутации. Нам не с чем сравнивать. Но это, естественно, не настоящий общий предок. Все, я понял. Угу. И, соответственно, к первому вопросу. Это действительно связано с изменением в численности. Соответственно, считается, что на самом деле вот этот Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева, они, ну, они достаточно недавние. То есть там, по-моему, 100 тысяч по современным оценкам лет назад. Это как бы малый срок. Они именно вот такие недавние, именно из-за... ботлнека, который был в человеческой популяции. Во время ботлнека, соответственно, происходит примерно то же, что и в отборе. У нас остается несколько индивидуумов, и у нас очень ограничена гетерозиготность. Она со временем накапливается, но не слишком сильно. Опять же, мы наблюдаем такое, сравнивая европейские и африканские популяции. Африканские, они гораздо более разнообразны между собой, чем европейские. Ну, их на самом деле несколько было, и я сейчас боюсь соврать. Ну, то есть один из них был при у той ветви, которая вышла в Европу. По-моему, вообще еще считался, что был большой ботлнек во время взрыва какого-то супервулкана. Забыл название. Но сейчас как бы это так оспаривается. Да? Еще вопрос. Вот, я как-то вас пропустил. Вот у вас всех приведенных моделях есть какой-то аналог полового процесса или же нет? Ну, что такое аналог полового процесса? Да, могу пояснить.
Это на самом деле хороший вопрос. То есть помните, у нас размер популяции 2n, размер популяции n, а количество гаплотипов 2n. Почему? Ну, просто потому, что мы можем предполагать историю каждой из, каждой из двух хромосом индивидуумом и независимым. То есть, они как бы немножко зависимы, потому что у них есть общие родители, и они как бы где-то рядом. Но эта зависимость, она очень быстро убывает. И поэтому в рамках модели можно считать каждую из двух хромосом, вот, которые у нас есть, независимыми. Так что при этом можно как бы считать, что одна хромосома – один предок. То есть, опять же, если учитывать половое размножение, то нам важна рекомбинация, потому что она вот как раз при этом происходит. Но если мы разделим нашу хромосому на гаплоблоки, то, опять же, мы можем игнорировать рекомбинацию, соответственно, мы можем игнорировать и половое размножение.